Да, погода дает сюрпризы. Смотрите, октябрь 2023 года в Херсоне, вот уже второй день, вот 0 градусов. Но там было плюс 1, плюс 2 ночью, а эту ночь 0. То есть фактически все овощи, фрукты на грани замораживания. И вот так вот открыть на 10 дней прогноз погоды. Смотрите, хоть будет потом уже выровняется 4 ночью, 10, потом до 11 дойдет градусов. Днем 22-21 будет, но потом через 9 дней, вот мы увидим, обратно упадет до 0 градусов ночью, до 4, вот как было. То есть такой 9-дневный цикл, и все обратно вернется к этому холоду. Ну вроде ж до экватора не сильно далеко, где солнышко, а вот так вот получается. Еще написали вот тут дурной такой народный прогноз погоды. Смотрите, наши предки верили, что в этот день ни в коем случае нельзя есть ягоды. Считалось, что сегодня дьявол плюет на ягодные кусты, потому что может заболеть живот. Ну, то есть, вообще, какой-то вот этот народный прогноз, обычно у них вменяемый он, а в этот, на этот день какой-то вообще, ну вот, можете остановить, прочитать. Что-то написали такую билиберду, ягоды, помой ягоды, и будут тебе чистые ягоды, или собирай спелые ягоды, или какие нужно, и ничего с тобой не случится. И вот за сколько лет наблюдали они, 130 лет, максимальное было 24, а минимальное в этот день даже отрицательная температура. Вот видите, в года какие, один там послевоенный год, когда отрицательная температура, как говорили старшие поколения, лыха година, ну, тяжелое время, ну, если вот так вот сказать. Ну, тут, если посмотреть такую в онлайн формате табличку по всему миру, смотрите, вот так вот в 6 утра дул ветер, температура, вон, видите, курсорчик подвожу по населенным пунктам, вот так вот показывает. А вот так вот глянуть, как оно больше охват, смотрите, где синее, там холоднее, вот эти участки. А где вот пожелтее, то выше температура. Ну что случилось с миром? То ли магнитные полюса смещаются, пишут, они реально смещаются. А потом в один момент могут поменяться сразу на 180 градусов. И ту-ту, как говорится, цивилизация. Ну вот, кто живет возле экватора, тем хорошо круглый год. Смотрите, это так у них утречком. На это мы сейчас уже на 3 часа дня поставили. То было утро, когда отрыв показывал, вот то 0 градусов. А так вот, уже вот сейчас 3 часа дня. Чтоб полностью эксперимент был правильный, вот как оно днем у них. Смотрите, какие температуры. Вон вся Африка, вон ярко-красная. Тепленько у них, хорошо. Еще жалуются на жизнь. Берите, организовывайтесь, выбирайте честное руководство без коррупции. Продавайте сырье по нормальным ценам. Их там принуждают другие страны задешево продавать. Ну так организуйтесь. Ах, что вам? Сколько ж мир вам помогает? Уже столетия помогает, и все, вы никак не хотите самоорганизоваться. Вон погода какая у вас тепленькая. Не надо ни на отопление тратить, ничего. Так что все должны быть гражданами, чтобы чего-то достичь. А так все по-простому, оно не получится, что кто-то придет и сделает хорошую жизнь. Все начинается, как говорится, с погоды. Люди не изучили, с чего космос состоит, вот этот эфир, вещество, мельчайшие частицы. Все думают, гадают ученые, что это такое, как его использовать, потому что тут есть выход на бесплатную энергетику.